Всем доброе утро. Я только проснулась, иду вот к Лёшке в магазин, мороженое с кофе попью. Это вот около общаги я стою. Смотрите, сейчас вам кое-что еще покажу, вы охуеете. Ну, здесь эти бычки, хуечки, детская песочница, там тоже бычки. Все бычки, нахуй. Сейчас. Сейчас я вам покажу. Вот это. Здесь так более-менее у нас чисто. Ну так, это скрипсти надо. Около общаги это у нас это чисто вот так вот. Вот. Более-менее. А вон там... Сейчас вам покажу. Вон там детская площадка. Гляньте мусор, я поближе вам зайду. Сейчас покажу. Охуеть можно, блядь. Это детская площадка, нахуй. Около общаги нашей. Вот она, общага. Ну, это как раньше была общага, так и называем общага. Вот, гляньте. Гляньте. Гляньте, блядь. Я не могу. Ребят, я вам клянусь. Я как замуж вышла, сюда приехала, вот в 80-х годах, в 88-м замуж вышел. У нас такого не было. Ну, сейчас дворников вроде нет. Не знаю, здесь у нас нету. Гляньте. Гляньте, вот я иду, посмотрите. Вот я иду. Это наша от общаги тропинка, вот она. Гляньте. Это такого ни у кого нету, ребят. Это у нас в Жилетове. Вот, знаете, в 80-х годах была чистота, порядок, блядь. Сейчас называется, я называю это трипер. Трипер, гляньте. Охуеть. Я вчера пошла, это там, я окна меняла, пошла выкидывать. Я этого не видела, я сюда-то не хожу. Я мусор-то не выкидываю, Серега, сосед выкидывает. Гляньте. Гляньте. И вчера я увидела, я вообще охуела. Это до помойки. Около помойки чистота. Гляньте, около помойки чистота. Ой. А я иду, шагаю по Москве. Гляньте. Девки, это я угую. Это раньше поле футбольное у нас было. А теперь у нас футбольное поле. Я не знаю, что это. Ой. И, девки, я в шоке. У нас такого не было. И кто это будет убирать? У нас дворников нету. Лично я не буду убирать. Потому что я... У меня детей здесь нету. У меня взрослые. Я ничего здесь не сорила. Гляньте. Это около общаги нашей. Я не знаю, откуда. И бутылки, блядь, и все здесь. И гандоны вон, и затычки, блядь. Все, блядь, здесь. Детская площадка. Я вообще ебу и плачу, называется. Я в шоке, девки. Ой, я в шоке, девки, я в шоке, нахуй. Ладно, все, пошла я. Голова у меня сегодня болит, ребят, все болит. Осталось. Вчера дома все перемело. Телевизор мне сделали, я наняла, сделали. Спасибо ему, моему соседу, Маринкиному сыну. Хороший мальчик такой. Все мне, все перемел, только осталось мне посуду такую грязную вымыть. Не могу. Сейчас еще стирается. Вчера стирала, еще сейчас. Невозможно. Сколько пыли было, ребят. Ребят, сколько пыли. Это вообще, девки, невозможно. Ну, у меня пленки нету. Я ничего это не загородила. Ничего. Нету пленки. А пленку покупать, сами знаете. Каждую копейку я считаю. И это...
все дорого. Пленка была бы, конечно, все бы я застелила бы, конечно, лучше. Завтра придет замерщик ко мне у этого потолка, скажет, точно все измерит. Сказали тоже там грязь, а я не знала, что... Я думаю, платок, потолок быстро, так чик-чик-чик. Ага, говорит мне вчера Наташка, вот с первого дома пишет, ага, чик-чик-чик. Тоже грязь там и сверлить. Оп, твою. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Ладно, ребят, пойду я, зайки. Попозже я выйду в эфир, попозже, после обеда. Сейчас отдыхать буду, кофе попью с мороженым. Ну ладно, не мандите только.